Итак, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш тренинг по мануальному массажу, да, и в данном случае проходим мануальный массаж ног со стороны сзади, когда человек лежит ливерной частью вниз, филейной частью к солнцу. Значит, мы закончили прошлый видеоролик на стопах, да. На стопах мы делали мануальную правку плюсную кости относительно большого пальца, да, вот растягивали, раскручивали. И вставляли. Теперь, заходи. Да. В кадре появляется Иван Пендеев. Наш дорогой коллега и уникальный специалист, между прочим, по массажу стоп и правке как раз вот этих вот всех косточек, да, плоскостопия и так далее. Ну вот по поводу плоскостопия не продольного, а поперечного, да, это вот здесь тоже должна быть выемка, ямочка, да. Проверяем, как, если мы загибаем пальцы назад и большой палец соприкасается с мизинцем, то это значит норма. Вот тут не хватает миллиметров 5. 10 сантиметров. 10 сантиметров не хватает, да. Но тут у него нога больная, надо дать понять, что мы с этой ногой только демонстрационно будем работать, не прожимая сильно, да. Вот. Как правило, это происходит из-за того, что пальцы вот этих костей, вот, они прогнуты вот туда. Ну, по любым причинам, за травмы, либо недавно обуви. Вот. Нам надо их, соответственно, поставить обратно внутрь. Ну, в смысле, вот с этой стороны, с внешней, да, они должны выступать как такой холмик, как мостик такой, китайский мостик. Поэтому вот нащупываем, какой палец торчит. Вот у него торчит вот этот вот безымянный, получается, палец, да. Вот в него, то есть мы растирали, растягивали, да. Потом массировали пальцы относительно друг друга, вот так растягивали. Вот эти точки тоже массировали. То есть уже подготавливали, да. Растрясали это всю работу, проделали. Теперь мы упираемся в него и заворачиваем стопу вот так вот внутрь себя, скручиваем. Значит, лучше делать на сухую. Без масла. Первый палец, да, и резкий удар в него. Нога опять под прямым углом находится. Стопа относительно больно под прямым углом. Раз. Понятно. Легко делать. Да, это бывает, кстати, болезненно, люди кричат, но зато потом ровно ходят. Так, вот проверяем. Ну, миллиметр два еще осталось, вот не до конца, да. Ну, уже есть, уже какой-то прогресс есть. Еще раз напоминаю, что у нас нету самоцели обязательно довести до хруста, да? Мы просто разминаем, растягиваем все суставы, дополнительно они омываются кровью, смачиваются таким образом. Артрозов, артритов у вас не будет. Вот, и теперь поддергиваем верхние фаланги пальцев вверх, делая такую песенку с большого пальца, ой, с указательного пальца, да? Противоположным пальцем большим придерживаем палец, пальчик, раскручиваем, растягиваем и сдергиваем. Раскручиваем, растягиваем и сдергиваем. Как, сдергиваем, как повешенную, вот так вот. Такое кивающее движение вверх. Вот, еще одно, да? А большой палец сгибаем прямо под 90 градусов, да? И его отдельно, вот эту часть, выдергиваем на себя. Так, теперь мы расшатали свод, ну вот эти косточки мы уже расшатывали, да, вот этими движениями. Дополнительно расшатываем место сведения ноги таким образом, что одеваем стопу на наши перепонки между указательным пальцем и большим, да, подернули, приподняли, расшевелили саму стопу вверх-вниз. Вправо-влево покрутили, восьмерочки такие сделали. Вот относительно пятки растянули ее во все стороны. Приплюснули, плюснули кости, растянули, раздавили еще раз во все стороны. И вот опять с салфеткой. Дайте салфетку. Не надо. Жестко будет для меня. Если... Ну, та нога больная, да, поэтому демонстрационно покажу только с этой стороны. Теперь мы вот эти косточки поворачиваем друг относительно друга. То есть они, смотрите, сколько тут сочленений.
Вот это сочленение, да, расшатывает. Теперь пятка относительно костей вот этих вот расшатывает. Потом вот это сочленение, да, получается. Раз, два, три. Вот это предплюснево кости, да? Это предплюснево. Вот. И относительно, ну, в общем, вот раз, два, три у нас получается место, да? Три места воздействия. Сначала берем повыше. Вот здесь. Поворачиваем ногу резко вовнутрь. Не надо, Ваня, не надо. Ваня, не надо. Чуть пониже. Надо, Леша. Второе место. И третье место еще пониже. Теперь перехватываем руки плотно. Сверху снизу зажимаем стопу. Пальцами сдерживаем. И резким таким движением, как рычагом, в внешнюю сторону. Тоже 2-3 прохода. Теперь пятку относительно стопы поворачиваем. Теперь стопу держим плотно, да? Опять везде соблюдаем прямой угол. Пятку. Нет, ты взялся. Пятку, пятку расшатали. Внутрь. Вот так напрягся. Не, не напрягся. Чуть не пойму. Вот относительно... С этой стороны. Зеркально. Да, зеркально. Все правильно? Да. Расшатали туда-сюда, да? И относительно друг друга мы их сворачиваем в эту сторону и в ту сторону. Угу. Таким образом ставится пятка. Часто бывает, когда у человека сколиоз, у него одна нога бывает длиннее другой в итоге, да, потому что наклон таза. И он подворачивает в итоге пятку, обычно вовнутрь подворачивается пяточка. Вот. Ну, также можно, в принципе, вытянуть на себя. То есть растянули, взяли за пятку и за стопу. Лодыжка отдельно натянули, дошли преднапряжение, до преднапряжения и сделали ногу на себя. Да, но этот прием лучше делать, когда человек лежит на спине. Так только 45 градусов натянули. И по 45 градусов сюда. Так, продолжаем теперь массаж. Да. Ну, это были элементы мануальной терапии из следующего нашего тренинга, поэтому не теряйтесь, подписывайтесь, там будут еще другие материалы выложены. И ставьте обязательно колокольчик, значок, чтобы не пропускать новые видео. Теперь натягиваем ахиллово сухожилие таким образом, что пальцы опускаем вниз со всей стопой, прям сила. Так вот, вот ахиллово сухожилие натянулось, мы его дополнительно растираем, согреваем. Резкие движения больше вниз идут, чтобы лимфа утекала. Натягиваем кожу на себя, как бы отрывая мясо пятки от косточки, да? Да, разворачиваемся. Стопа расслабленная. Всю стопу теперь косточками протянули костяшками пальцев. Если человек боится щекотки, да, вам самое главное не делать легких движений, таких слабеньких, да, и быстрых. А если делать это плотно, да, и медленно, то в принципе щекотка проходит, он уже не так реагирует. Теперь вот где заканчивается косточка пятки, да, там есть такой вот уголок, покажу, если на видео будет видно, да, на котором собираются кальциты, там всякие соли, да, и вот они как раз передавливают нерв, вот этот прямой нерв, шпора называется, да. Чтобы она не образовывалась в профилактике, да, мы это место прожимаем, достаточно сильно его прорабатываем. Теперь на стопах очень много акупунктурных точек, все их тоже мы не будем проходить. Китайские названия не будем изучать, у нас не китайский язык, без китайщины всякой этой, да. Этому посвящен, конечно, отдельный тренинг, так что вы подписывайтесь и там увидите, когда будет у нас по точкам специальный тренинг. А тут мы условно, да, их прожимаем. Тут находится толстый кишечник, внутри тонкие кишки, сверху вот там сердце, легкие, почки. Тут пошли органы головы, там глаз, нос, ноздря, губа и так далее. Вот, поэтому мы вот условно эту зону делим на такие клеточки, вот так, да, ну примерно по 3 или по 4. Вряд. И методом шатсу прожимаем их. Массаж ног, это вообще очень ценный массаж. На Востоке делают обычно его специальными палочками.
люди берегут свои пальцы, да, ну и нажатие будет сильнее, конечно. Вот. Ну, в данном случае нам достаточно такого легкого воздействия. Под кости подвели, где пальцы сгибаются. Пальцы у нас начинаются не отсюда, а вот отсюда. И заканчивается. Начинается и заканчивается, как сказать. Это как в анекдоте, помнишь, когда к проктологу пришел мужик, ну, встал в коленно-локтевую позу, он к нему такой запечатка одевает, и подходит, так открывает, а, вот где у нас вход находится. Тут перепугался такой, доктор, аккуратнее, не вход, а выход, попрошу вас заметить. Вот, размяли их, и относительно друг друга, да, пальчики тут тоже размяли. Теперь вот с этой стороны у нас находится акупунктурная точка самого позвоночника. Крестец, вот пошел позвоночник, прямо по линии, где вот косточка заканчивается, да. Спина пошла, шея. И вот эта часть, это уже считается череп, голова. Продавили ее. Не будем считать до 33. Так как вы знаете, что у нас 33 позвонка, да? А условно так. Попали, не попали, эти точки проработали. Теперь развернули ногу немножко вот так, чтобы она расслабилась, да? И с этой стороны, прямо по костяшкам. Да, просто простучать, конечно, можно вообще всю стопу с другой стороны. По костяшкам, своими костяшками пальцев растираем вниз, вот так вот. Нога расслаблена. И теперь проверяем ее расслабление. Вот у нее как получается, болтается. Да. Если не болтается, можно помочь рукой так ее чуть-чуть. Вот, у здорового человека нога должна касаться ягодицы. Тут немножко не хватает. Но это отдельный случай, будем разбирать в следующем видео. Да, примерно кулак с большим пальцем. И противоположно должно касаться. Не касается. Тут, наверное, просто нет растяжки передних мышц, бедра. Да? Угу. Тянется там до тебя. Угу. Вот. А мануальные техники какие? Мы упираемся рукой, как стрелой. Жесткая рука с ладонью, да? Не так загнутая, не так, не в бок, не вот так, не вот так. А именно ровная. Упираемся вдоль бедра, как стрела, вот впиваемся сюда, да? Но по 40 градусов вот туда, вниз. Выше, поднимай. Так, 40 градусов. Uh-huh. Здесь жестко держи. Запястье, чтобы держи жестко. Uh-huh. Вот, натягиваем на нее, на руку колено, натягиваем. И потом резким движением одновременно делаем рывок. Вот, правильно. Рука сползает на бедро. Вторая подтягивает пятку. Она задержится здесь, за наши плечи. А сама сползает на экватор стопы, верхнюю часть. И резко. Аккуратно. Два места стороны. Только демонстративно. Но и резко в сторону головы нагибаем стопу. Да, достаточно. Да, прям натягиваем. Происходит щелчок, мобилизация вот здесь вот и иногда вот здесь, в двух местах. Ну там 2-3 косточки. Закрываем ногу. Ну, в смысле, по очереди, да, будем делать. Вот насколько возможно, да, придерживаем ее второй рукой. И теперь вот эти мышцы, про которые тоже редко кто нам обращает внимание, берцовая передняя мышца, которая поднимает стопу, да, камбаловидная мышца и ягодичная мышца, мы их отжимаем от костей достаточно плотно, сильно. Проходимся костяшками пальцем, кулаком, раздавливаем и растягиваем фасции. Вытяжка фасции называется. Выжимка фасции. Понял, что ли? Ну, понятно. То ли щекотно, то ли больно, да? И локтем их вот раздавливаем плотно. Кладем ногу в исходное положение. Первое, ногу. Потом второе. Да, держи расслабленно. Тогда. Отжимаем. Да, отжимаем. Вовнутрь. Угу. Да, вот правильно. Теперь костяшками пальцев. Помедленнее. Тем более, чтобы не повредить волоски у человека, еще ловить один лайфхак, вам движение нужно делать медленнее, тогда волоски не будут запутываться, не будут вырываться, да, и движения шире, более широкие такие. Если вы так мелко дробно на одном месте, то он, конечно, там накрутится, этот волосок, да, и получится катышек, что тоже неприятно. Все. Да, локтем закончили, положили на место. И, как говорится, финальчик.
как у нас в любом процессе, да, в любой вене части тела, в любой локальной зоне, да, мы финализируем примерно одинаково. То есть прохлопали, постучали, провибрировали. От ахиллова сухожилия. Пробили, постучали. Теперь прошлепали. Шлепки могут достаточно быть сильными, агрессивными. Особенно по заднице. Особенно некоторые девушки любят, когда их шлепают по заднице. И провибрировали. Ну да, вот это вот сделали. И провибрировали. Ну как бы подаем массу из одной руки в другую, перекидываем типа пункта такого. Теперь такая вибрация с вытяжкой. То есть прилепили руку, да, и растянули с вибрацией назад. Ну, вообще тут есть небольшой нюанс, да. Когда мы работаем с ногами, тут важно именно лимфопотоки наши, да, которые мы всегда должны устремлять вверх. Поэтому, в принципе, вот эти все движения лучше делать в эту сторону. Еще лишний раз добавляя ему, ускоряя его лимфоотток. Ну, заканчиваем, как мы. Взяли ноги, потянули на себя, расслабили ему таким образом поясничку. Подтянули стопы. Больная стопа, да, извиняюсь. И стряхнули весь негатив, грехи, порчу, с глаз. Все с него сняли. Очистили человека. Если бы это было так просто. Ай. Стопы. Все, мы молодцы, можно вставать. На этом у нас наш массаж ног со стороны спины закончился. Да? В следующем видеоролике мы покажем массаж, уникальный мануальный массаж, практически ленивая гимнастика для человека. Это массаж ног спереди, да? Угу. Ну, тогда человека придется перевернуть ливерной частью к Богу, а шоколадным глазом в ад. Ну, об этом в следующем ролике. Ладно, дорогие друзья, не теряйтесь, подписывайтесь. Меня звали Олег Лавгудвин.